в целом скажу, что не стыдно за футболистов. Очень неплохая игра получилась. Соперник очень хороший, но в целом немного было моментов, что у наших ворот. Но, к сожалению, и мы немного что создали. Но по игре еще раз скажу, самоотдача, желание у футболистов было запредельное. И сегодня футболисты уходили с высоко поднятой головой. И это здорово. Я думаю, болельщикам очень понравилась игра. Жаль, что результат сегодня не в нашу пользу. Я же правильно понимаю, что за три игры всего один забитый мяч у нас? Да, к сожалению. Ты ожидал, что вот так получится, слабовато впереди? Нет, естественно, рассчитываешь на максимальные выступления футболистов. В созидании есть у нас проблемы, будем работать. И это здорово, что есть над чем работать. Поэтому мы проанализируем, и, естественно, это один из главных моментов, которые нам нужно улучшать. Как менялось настроение в команде там, перед турниром, потом первое поражение, второе? Ну, я думаю, волнение было до турнира, так как это первый турнир для футболистов Академии 2008 года. Поэтому результат первой игры, к сожалению, очень огорчил. И на вторую игру уже выходили с опущенными руками, наверное. Вот. Поэтому первая игра, если бы реализовали все моменты, а их было очень много, я думаю, что и вторая игра совсем была бы по-другому, совсем по-другому складывалась. Но, опять же, сейчас результат такой. Надеюсь, что мы все ошибки эти исправим. Главное, есть время. Вот, и футболистов подготовим в профессиональный футбол. Перед матчем с «Локомотивом» какой-то робости не чувствовал в ребятах? Нет, абсолютно. Я уверен в своих ребятах. Я знаю, что они могут многое, они могут играть еще лучше. Знаем проблемы в нашей команде. Поэтому я на самом деле и на «Локомотив», и на «Тамбов», и на «Курск» был, и команда была заряжена на победу. Поэтому сегодня мы также выходили с задачей, с целью побеждать.